В ходе акселератора мы искали точки роста. Одной из точек роста, которую мы выявили, это организация отдельного центра медосмотров. И при его проектировании, при его внедрении, нами были задействованы весь спектр инструментов, которые давал акселератор. И в результате мы надеемся получить уникальный продукт, который будет представлен на новом уровне как для нас, так и для наших пациентов. Относительно 5 месяцев прошлого года увеличение выручки на 194 миллиона рублей. И в этом заслуга есть и акселератора. К старту на акселераторе мы подошли с новым медицинским центром Новоудмуртской. И используя как раз те навыки, которые мы получили на акселераторе, мы смогли в более короткий срок выйти на плановые показатели.